Привет, ты смотришь «Фастфуд», возможно, самые быстрые новости в мире. Поехали! Киностудия Warner Bros. Приняла решение отложить релиз фантастического фильма «Восхождение Юпитера» режиссеров Эндрю и Ланы Вачовски. Представители студии заявляют, что могут не успеть закончить работу над спецэффектами к объявленной дате премьеры. Американский оружейный стартап Tracking Point предложил концепцию использования Google Glass в ходе военных операций. Сотрудники Tracking Point предлагают подключить смарт-очки к оптическому прицелу ручного огнестрельного оружия. Ученые из Института конструкторской технологической информатики РАН вместе с коллегами из Минпромторга объединили свои усилия для разработки первого отечественного робота-хирурга для выполнения самых разнообразных операций. Россия и КНДР в четверг достигли договоренности, согласно которой уже в этом месяце между странами начнутся расчеты в рублях, сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушко. Национальный фонд «Общественное признание» наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом доброты, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. Телевидение остается главным источником информации у россиян, хотя растет популярность новостных сайтов и соцсетей, показывают исследования социологов фонда «Общественное мнение». А на этом у меня все. Скоро увидимся. Пока-пока.